И ты должен своим местом постоянно там туда бить. Там туда бить. Готовим. Сейчас работаем 4-5 бросок. Поехали. Поехали. Раз, два, три, четыре. Бросок. Поменялись. И вот эти самые 4 раза вы должны как будто взорвались. Вы попытаетесь спесить сюда, там, лезть. Выход за выход. Давай. Тогда совсем так вот стоишь. Чуть я мужчина сзади держим. Ваши ноги должны двоих назад сбегать. Просто меня нравится. Вот он, кстати, вот он держит, Андрей, тяжелее. Вот мы в этой точке приходите, да? Нет, вылетать, как на меня и все. Да. И ты когда вылетаешь, ты должен поменять ноги. Туда. Должен летать, понимаешь? Чтобы у тебя работала рука и работали мышцы ног. Все, поехали. Поехали. Раз, два, три, четыре. Бросок. Подожди, смотри. Ты первый раз делал правильно, а потом оставил эту ногу впереди и ночью же делать. Ну, кто ты работаешь? Смотри, давай. Я стою, борюсь. Ваша задача, чтобы у вас ноги работали, руки. Чего сам не сделал? И чтобы вас петь, я его не ломал, при нагрузке. Да. Готовы? А сзади можно делать? Можно сзади делать. Готовы? Поехали. Раз. Вставляйте. Два. Давай, дальше. Три. Три. Четыре. Вот так. Бросок. Вот так. Ты когда делаешь сзади, ты должен аж туда влетать. Так. Его, чтобы они два человека убирали, держали. Ты просто меня толкаешь. Первый номер. Готовим. И сталкиваем, используем все силы ног. Не просто входим, а влетаем туда. Для чего третий номер? Он просто держит вашего партнера, чтобы он не упал. А вы что же делаете? Чтобы они обои падали. Готовы? Держи, они висят на нем. Поехали. Раз. Семейный. Два. Влетай туда дальше. Еще дальше влетай. Три. Еще дальше влетай. Четыре. Опускай. И бросок пошел. Влетай как можно дальше. Вы должны бросать за противника. Первый номер. Или какой? Первый, да? Второй. Готовились. Поехали. Раз. Два. Где сильнее еще толкает. Три. Еще два сильнее дальше влетает. Четыре. И бросок пошел. Первый номер. Пробегайте за противника. Готовы? Первый номер. Второй, третий. Третий. Готовы? Поехали. Раз. Два. Три. Сильнее делай еще. Четыре. Сильнее цепляй. Бросок. Саш, начинай с дальней ноги. Ты едешь цеплять, ты не стоишь на ногой. А ты должен. Подорваться. Так, туда. У тебя должна нога эта полететь, чтобы она толчко. Первый номер. Чередуйте приемы влево-вправо. Дима, что остановились? Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Бросок. Второй номер. Приготовились. Поехали. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Бросок. Третий номер. Приготовились. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Курнули. В тройках остались. Вообще все. Все. Первый час. Первую неделю. Нормально. Что первая неделя? Хорошо, что первая неделя. Да что, хватит. Нормально, нормально. Все. Ладно, последнее задание осталось. А, ты еще свежий. Ты еще свежий, Юн. Вообще, даже не в глаза, даже ничего не, это, не поменялось. Ну, тоже уже буквы чувствуем. Сзади.
тоже почу, никто подбирается. Олега, не уже внутри предохранитель. Да не все так, что не первую неделю. Нормально. Ну что, отдохнули? Молодцы. Сейчас не сдадим на курение. Я видят такую, он даже не хотел. Мы всего лишь сейчас что делаем? По минутке. Вперед и назад. Первый номер минута, второй номер минута, третий номер минута. На скорость. Минута – скорость. Да. Смена, пошел второй, смена, пошел третий. Броски вперед, броски назад. И все, господа, на этом первой неделе даже смешно. Всего поработать 2 часа. Из них полчаса где-то бегают по городу, возле киоска тусовались. Второй переодеваясь минут 20. Третий обзамкнут. Поплотовали и чуть поработали на ковре. Приготовились? Вот так. С колен. То же самое, так, давай я с колен. Только с колен, когда будешь делать, ты когда прыгаешь, быстрее, когда ты так вот делаешь, ты ботинником можешь трампироваться. Ты должен войти. И с ним должен крутиться. Не останавливайся, крутись. Тогда не будет трампироваться. И ноги вместе, и можно посмотреть. В одной минуте вперед и назад, или как? Ну, минута. По одной минуте мы вперед, влево-вправо и назад, влево-вправо. Все, всего, все работы 12 минут. Первый свободный, ну, в смысле, до пресса. Готовы? За минуту вы должны сделать 30 бросков. А 30 бросков ты не сделаете, мы еще повторим. Готовы? Внимание. Что ты стал фонарь? Пойдем из стойки. Посадку вперед. Вот. Поехали! Раз! Еще два раза. Быстрее. Два! Не спустите. Три! Еще не заморачивайся. Четыре! Вот сейчас ты вернулся. Хорошо. Пять! Не заморачивайся. Шесть! Вот сейчас отлично сделал. Семь! Хорошо. Молодец. Все нормально. Восемь! Еще сегодня спушивайся. Девять! Десять! Можешь, когда хочешь. Смена.
Назад, вперед, а в другую сторону. Вертикально назад. А потом назад будем делать.